Всем привет! Сегодня мы будем писать наш скетч на рынке, который называется Тхини Кифа Шичао. Очень интересное место. Здесь может быть все. Если вы ездили в Пекине на шелковый рынок, вы знаете, что там продается от трусов до чемоданов, то здесь продается все то же самое и даже больше. Если вы первый раз в Пекине, вам нужны сувениры, и вы не знаете, где купить подешевле, вам нужно Тхини. Если вы давно в Пекине и вам нужно купить сувениры, одежду, что-то для дома, для учебы, какие-то канцелярские вещи, не хочется заказывать на Таобао, вам нужно на Тхини. Вы здесь проездом 72 часа, один день, вам необходимо купить, я не знаю, чемодан, часы, какую-то мелкую сувенирную продукцию, вам сюда. Поверьте, лучшего места для этих вещей в Пекине пока еще не придумали. Что ж, давайте посмотрим. Четыре здания. Одно из них 5 этажей, два других по 2-3 этажа. Полный разнообразных интересных товаров. Сейчас здесь с иллюминацией не очень, здесь только такое повседневное убранство. А все равно он похож на маленький город. А в Новый год, в различные праздники местные, здесь, пожалуй, самое ярко украшенное место. Особенно, если вы учитесь в Пекине, вы знаете, что здесь на Новый год не особо с иллюминацией. Не очень весело, не так весело, как у нас с вами дома. Здесь идеальное место, чтобы поднять себе настроение. Просто лучшего не найдете. Все в мишуре. Дедов Морозов все играет, поет, танцует. Это удивительное место. Ну а сейчас здесь традиционно стоят представители снах путешествия на запад и животные. Что ж, заходим? Мы с вами на первом этаже, здесь продается очень много сувенирной продукции, украшений. Не скажу, что здесь крайне низкие цены на украшения, на мой взгляд, слегка сильно завышенные. Вот эти красивые рыбки. Традиционный символ достатка. Но зато здесь вещи хорошие, насколько они могут быть хорошими. Их здесь очень много на любой вкус. И кошелек, эти свадебные всякие штучки. Очень много украшений, очень много упаковки для праздников. Коробочки, обертки, подарки. Все прекрасно здесь. Да, пересекаемся. А видите, здесь мы не единственные иностранцы. Они на самом деле здесь сюда приходят. Вот, покупают вещи. В основном, конечно, здесь любят покупать оптом. Оптом здесь можно торговаться очень неплохо. Изначально здесь цены не очень высокие. Поэтому, приезжая сюда, вы можете не бояться, что на вас пытаются навариться втридорога. Не пытаются. Просто продавая в очень малом количестве, конечно, невыгодно и неинтересно. Вот такие вот интересные вещи, которые даже не знаешь, как бы найти на Таобао. Ну, здесь вот все можно найти. Мы сейчас закупимся тем необходимым, что нам нужно. Ну, а потом вернемся. Конечно, конечно, Таобао, оно всегда будет лучше, дешевле. Но на Таобао есть один большой минус, нужно ждать. Здесь ждать не надо, все представлено. Бери, что хочешь, и радуйся жизни. Ну что ж, пока мы в Пекине, вы еще можете попробовать что-нибудь. Попросить нас купить из того, что вы здесь увидели. Интересного, красивого, полезного. Ну, а в целом, мы очень рекомендуем это место. Увидимся дальше.